Открою вам небольшие секреты. Понарошке я плакать никогда не умел. Если я участвую в сцене, где мне нужно плакать, я проделываю в кармане дырку, хватаю себя за волосы и начинаю тянуть. Или, к примеру, нужно показать, что я только что совершил какое-то злодейство. Мой метод — в глазу у меня рыболовный крючок, и мне это нравится. Или, допустим, я получил дурное известие. Тогда я просто пытаюсь поделить 232 на 13. Вот и весь фокус. Мы неплохо сегодня потрудились. Урок окончен.